этот мир совсем. Может, хоть кого-то ты любил, или сам любимым был. И фонтан крови бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать труп мясника. Суини тащит его в подвал и укладывает в мясорубку. За этим занятием его застигает Лавет. Суини снова берется за бритву, но молодая женщина спокойно подходит к мясорубке и начинает крутить ручку.